Километр общественного пространства. Продолжается реконструкция набережной реки Клязьмы от улицы Советской до улицы Пушкина. В скором времени, уже к концу года, здесь должны завершиться основные строительные работы. Сегодня площадку осмотрел глава района Алексей Валов. Уже видны очертания территории вдоль водной глади Клязьмы. Извилистые линии бетонных ограждений, велосипедная дорожка, амфитеатры, пространство для лестниц, спускающихся к воде. В живописном месте монтируется обзорная площадка. Перед строителями стоит задача выполнить монолитные работы до наступления холодов. Здесь работают порядка 150 человек, по моим подсчетам. 10 единиц техники. Работы ведутся в интенсивном режиме. Очень сложный объект по инженерные под основе, очень сложные по геологии. Но он ожидаемый щелковцами, я думаю, что он будет и любим. Можно гулять по парку, можно гулять по пушке, можно гулять по набережной. То есть, как бы, а если в целом прогуляться, предположим, так вообще это достаточно будет увлекательное путешествие. Потому что мы планируем насытить все-таки арт-объектами определенными. По минимуму никакой торговли не будет. Будет, может, кафешечки какие-нибудь. Но именно арт-объекты, какие-нибудь эстрадные представления будем устраивать. Ну, понятно, прогулочные будет, лодочная станция. В общем, сделаем все для того, чтобы людям было комфортно. Самый трудоемкий и ответственный этап позади. Перенос труб канализации и забивка свая для укрепления береговой линии. 70% работ уже монолитных закончено, сваи забиты все. Наиболее ответственный этап был – это перенос канализации и забивка сваи. Самый ответственный, потому что здесь везде идут кабеля, канализация, ливневая канализация. То есть, чтобы не повредить никакие коммуникации, не порвать кабеля. Вот, что амфитеатры 4 залиты, осталось 3. Через неделю заканчиваем. То есть, в принципе, в сроки укладываемся, чтобы успеть до холодов, до морозов выполнить все работы. Набережная – это продолжение улицы Парковой. Две живописные параллели связаны улицей Пушкина. Сюда вплотную подошла строительная техника. На время бетонирования прогулочной площадки вдоль берега с 1 ноября будет ограничено движение по пешеходному мосту от ШТФ к улице Пушкина. Работы планируют завершить в сжатые сроки – за 12 дней. Я прошу уважаемых жителей городского поселения Щелково немножко потерпеть, потому что в этом году мы этот объект закончим. Одновременно ведется благоустройство территории вдоль высоток на Шмидта. Парковочные пространства для десятков автомашин укатывают в асфальт и обрамляют бордюрным камнем. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».